Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Уже более 2 лет певица София Ротару не ведет концертную деятельность, хотя ей предлагают выступать, например, за 10-14 миллионов в Дубае. Однако почти весь ее коллектив остался в Киеве, музыканты у нее призывного возраста и не могут по новым украинским законам выехать за границу. Сама же София Михайловна после скандала с нелегальным переходом украинско-молдавской границы сыном и внуком певицы тоже покинула Украину. Артистка уехала на ПМЖ в Италию. Сейчас Ротару живет на Сардинии вместе с сыном и его женой, а ее внуки Анатолий и Соня обосновались в США. Надо отметить, что выбор для проживания острова Сардинии не случайен. Раньше певица часто там отдыхала. Ротару много лет подряд проводила отпуск на Сардинии, поэтому, когда встал вопрос, куда уехать из Киева, она отправилась туда. И, по словам близких к семье, на Сардинии София Михайловна купила за 4 миллиона евро виллу на берегу моря, а вслед за ней и яхту почти за 1 миллион евро. Их Ротару оформила на своего сына Руслана. Кроме того, напомню, у Ротару было немало недвижимости в Крыму, но с недавних пор певица стала распродавать ее. Так год назад артистка избавилась от квартиры в Ялте на улице Гоголя, а недавно продала еще одни ялтинские апартаменты, загородный дом в пригороде Ялты. Не определена судьба ее роскошного отеля «Вилла София» на набережной Ялты. Сын Ротару Руслан Евдокименко с самого начала СВО пытался продать его за 25 миллионов евро, но покупателей не нашлось. Теперь жители Ялты ратуют за то, чтобы эту гостиницу национализировали. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!